Как удалить программу стандартными способами в операционной системе Windows? Данный способ работает практически в любой операционной системе, будь это Windows XP, 7, 8 или 10. Для этого достаточно открыть панель управления. Я уже неоднократно говорил, как можно открыть панель управления. Вариантов множество. Можно открыть на рабочем столе, можно из меню «Пуск», можно в моем компьютере. После запуска панели управления на первом экране сразу же появится вот такая вот иконка и надпись программы. Здесь же есть и ссылочка удаления программ. Нажимаем ее. Вот в этом списке будут отображены все программы, установленные в операционной системе. Ну, предположим, я вот буду удалять вот эту вот программу конвертер. Он мне совершенно не нужен. Поэтому нажимаем на программе правой кнопкой мыши. И как видно, здесь появляется всего лишь один пункт «Удалить или изменить». Здесь мы нажимаем кнопочку «Удалить». Программа удалена. После удаления у вас может открыться страничка в браузере автора данной программы. Но в этом нет ничего страшного. Вот поэтому закрываем вот эту вот панель. Также программу можно удалить с помощью бесплатной утилиты CCleaner. Я о ней неоднократно уже писал и создавал видео. В программе есть специальный раздел «Сервис» и подраздел «Удаление программ». То есть в этом списке отображается то же самое, что и в стандартном приложении Windows. Опять же, здесь можно выбрать программу для удаления. Даже не знаю, что именно здесь удалить. Иногда это программное обеспечение требуется. Не всегда, конечно. Но бывает. Ну вот, удалим Sony Vegas Pro, так как у меня закончилась демо-версия. Там 30 дней дается. Соответственно, выбираем эту программу щелчком мыши и нажимаем «Деинсталляция». Как видно, запускается установщик Windows, то есть это говорит о том, что все подобные программы работают через оснастку Windows, то есть какие-то специальные функции и библиотеки. Так, программа удалена, но вот антивирус Avast мне сообщил, что удалены не все файлы. Мне самому интересно, сейчас нажмем «Удалить». Что он там покажет? Подробности посмотрим. Итак, осталась какая-то библиотека непонятная. Ну, видимо, очистить я их не смогу. Хотя, да, так как программа требует денег. Ну и, в принципе, это не столь важно. Можно зайти вот в эту папочку и удалить вручную файл. Это ничего не изменит. Программа удалена, но ее вообще нигде не найдешь. Ни в пуске, ни еще где-либо. Вот, поэтому закрываем все приложения. Ну, можно еще перезагрузить компьютер. На этом все.